В Минске принимали большую бизнес-делегацию Омана. Вообще, стоит отметить, для нас это государство особенное. Кроме сугубо деловых интересов, объединяет статус мирных переговорных площадок. Дело в том, что и Беларусь, и Оман, сохранив внутриполитическое спокойствие у себя, выступают в качестве примиряющей силы в регионе, каждый в своем. Ну а взвешенная позиция помогала нам договариваться и в бизнесе. Кстати, среди 40 бизнесменов, которые на неделю приехали в Минск, были даже долларовые миллиардеры. Мы рассматриваем сферу сельского хозяйства, высоких технологий, недвижимости. Это все те направления, по которым наши страны могут успешно сотрудничать. Причем Беларусь может стать той площадкой, с помощью которой наши компании попадут на рынок Евразийского экономического союза. К слову, сегодня сами арабы нашу страну называют наиболее активным партнером от СНГ на Ближнем Востоке. Разумеется, у нас свой интерес. В частности, Оман абсолютно безопасен для инвестиций. Уровень инфляции султаната ниже 3%. Для белорусских продуктов это хороший рынок и в перспективе легкий доступ в Африку и Азию. Уже состоялась первая поставка мазовских автобусов, а по итогам минского визита гости из Омана всерьез заинтересовались и техникой Амкадора. Но еще на неделе фактически теми же маршрутами по белорусским предприятиям следовала и делегация из Пакистана. Еще один наш важный партнер. Так что осенью белорусских производственников может получиться урожайной на международные контакты и, хочется верить, контракты.